Всем приветики, я уже в Пулково, и через 2,5 часа я вылетаю. Чуть попозже расскажу, куда я лечу и на какое мероприятие, потому что планировала эту поездку год, и надеюсь, не зря. Закинула вещи в квартиру, пока там прибираются. Я пойду себе за зубной щеткой, потому что я ее благополучно забыла. И куплю себе кофе. Что-то как-то я не выспалась. 3 часа спала. И поподробнее я все расскажу чуть попозже. Come on, baby. Ура! Я наконец-то заселилась. Здесь невыносимая жара. Есть вентилятор. Честно, не думаю, что он особо как-то спасает. Это, получается, однокомнатная квартира, но она просто волшебная. Я здесь останусь на 2 ночи, а затем перееду к подруге. Ладно, давайте быстренько перейдем к румтуру. Посмотрите, какая красота! Это, получается, у нас кухня, совмещенная с чем? Не знаю, с чем. С гостиной. Очень клевый вид. Я, когда увидела эту квартиру, сразу влюбилась. Поняла, что это оно самое. Стоимость ночи 4000 рублей. Я здесь оселилась одна. На 2 ночи, как я ранее сказала. Далее. У нас моя комната. Моя комната также с охерительным видом. Здесь занавески. Все супер, окно открывается, жара безумная здесь, конечно. Посмотрите, площадка какая. Спросила у хозяйки, за сколько она покупала эту квартиру. Она сказала, что на этапе того, как она строилась, они ее купили за 3,7 миллионов. Это, я считаю, очень выгодно с таким-то видом. Ой, очень. Очень выгодно. А, кстати, я вам не показала-то. Посмотрите. Я как покалеченный ребенок. Это я решила сделать депиляцию за 3 часа до вылета. Боженька меня ничему не учит. Трэш. Ну, я, получается, на мокрую кожу. Даже тальк не спас. Вместе с клочками кожи выдрались волосы. Как-то так живем. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, правильно? Правильно. Наверное, всем интересна еще ванная комната. Ванная комната тоже здесь очень прикольно сделана. Во-первых, очень клевое оформление. Опять же, большое зеркало, душевая ванной. Ну, туалетик такой чистенький. Все супер. Я рада. Так, ну что, девоньки, я приняла душ. И сейчас я буду красить свое личико. Начнем с термальной водички. Много термальной водички не бывает. Возможно, будет небольшой шум от вентилятора, но без вентилятора я просто не могу выжить здесь, понимаете? Но квартира того стоит, я потерплю, ничего страшного. Во-первых, я сейчас увлажню свои потрясающие следы депиляции. Перевела все... Блин, девочки, вы упали, вы как бы на цветочке были, вот на этом. Я всегда найду, куда вас пристроить, мои хорошие. Сейчас. Сорки. А, я же не сказала... Я же не рассказала вам, почему я сюда приехала. Во-первых, я приехала в Нижний Новгород. Во-вторых, я приехала сюда к подруге. В-третьих, я приехала сюда, чтобы посмотреть на воздушные шары. Yeah! Да, эту поездку я планировала год. Потому что в прошлом году мне скинула подруга, сказала такая, типа, Катя, у нас как в Каппадокии шары летают. Я такая, как? А я ничего не знала. Я профукала этот момент, что у них день города 20 или 21 числа.
Вот такая тема. Надеюсь, этого влога вы меня получше узнаете. И почему я решила записывать влоги? Даже не знаю почему. А, нет, я знаю почему. Потому что мне их смотреть стало интересно, других людей. Я подумала... Долго я думала на эту тему. А почему я не могу так делать? Но было очень трудно в Пулково это сделать. И вообще, в принципе, на улице это делать. Дома-то, типа, очень легко, как говорится. No problem. А при ком-то, ну, как бы, жопа сжимается. Я вам так хочу сказать. Ой. Ну ничего, будем бороться, будем бороться. Действительно же, мы встретили этого человека, и больше мы его никогда не встретим. Почему я не могу опозориться хотя бы? Почему я позорюсь? Скажите. Ладно. Чисто корейская косметика. Пера-пера. Подружка подарила. Рекомендую. Очень нравится стержень. Он не фетровый, а прям как кисточка. Это мне подружка подарила, и вот это мне подружка подарила, и вот это мне подружка подарила. А вот внутренний уголок, вот этим мне не нравится делать, а кабарет премьер хз коричневый, мне нравится делать, натурально получается, реалистично. Вообще, это квартира джекпот, реальный джекпот. Квартирка просто супер. Не знаю, как мне фартануло забронировать ее буквально за 4 дня до поездки. Я все ждала, 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 искала, ждала, искала. Пишу одним, спрашиваю стоимость, там у них написано типа 2500 ночь. Я думаю, ну нормально, что, в принципе, квартирка норм. А квартирка-то стоит 4000. И это не такая квартирка, как здесь, за 4000. Там вообще полный стрём. Я вам покажу фотки. Вообще трэш. Зацените. Как такое вообще может стоить 4000? Ночь. Так. Nix Control. Отвратительная штука. Когда я работала в Nix, мне нравился этот гель. Но потом они, видимо, изменили его состав. Отвратительный. Остается на волосочках белой вуалью, как будто бы брови посидели. Фиксирует отвратительно. Я почему спрашиваете, я пользуюсь им? Потому что я за нее заплатила. Вот так вот. Ничего не вижу. Вроде ее красотка. Непонятно. К тому же, если вот так смотреть, то и ничего, и не кривой, а совсем даже нам. Все, я собралась. Сейчас иду встречаться со своей подружкой. Взяла с собой мохито, потому что это невыносимо жара. Просто жесть. Все, погнали. Тю-тю! Шары уже запустили.
Но они так далеко. И что-то мы сидим-сидим, они все не приближаются и не приближаются. Идем к ним навстречу. Вообще, я тоже бы хотела на них прокатиться. Но... Но... И такой переход, оп, и я уже там. В итоге, девчонки, они все уже садятся. Вот сюда долетают, присаживаются. Мы ничего не увидели. Надеемся, завтра у нас получится посмотреть это поближе. Как-то так. Девочки, мне это чем-то напоминает Корею. Вот этот вот парк, вот здесь вот газон, заказываем еду, сюда привозят. Здесь развлекаемся, тут в мосту какие-то там типа фонтаны разноцветные, с музыкой тоже, с подсветкой есть. Короче, настроение Южная Корея. Вот что я вам хочу сказать. Время уже 9 часов. Я вернулась домой и сейчас собираюсь сходить в аптеку купить себе пантенол, потому что руки не перестают быть красными. И покушать себе что-нибудь куплю на вечер. Мне кажется, вы часто будете видеть эти ноги, потому что я взяла с собой только одни джинсы и одни шлепки. Иду из пар. Сейчас буду кушать, смотреть дранку. Долго выбирала, что же мне поесть. В итоге остановилась на чанрамёне и наггетсах с сырным соусом. Вот. Сейчас греем водичку и будем кипятить. Единственное, что, конечно, яичек нет, батончика нет. Что-то вообще ничего не взяла. Ну, пофигу. Квартира того стоит. Я посетил, ничего страшного. Я честно и искренне хотела ставить 5 звезд. Серьезно. 10 из 10. Но из-за тараканов. Доброе утро. Сегодня второй день. Утром отменили полет на шарах. Надеемся на вечер. И на выходные. Да, все проспала. Уже 10:30. Я хотела сходить на завтрак. Сходила, блин. Боже, как красиво. Прогулку. Ну, красота. На самом деле мы пришли фоткаться. Но никто об этом еще ничего не знает. Так, девочки, мы прибыли на место. Чин-чин. Thank you.
девчонки, посмотрите, как здесь классно оформленное сиденье для людей. Вы представляете, для людей. Есть просто сиденье, а есть сиденье с... Есть стеклянные беседки. А еще есть столики с видом на вот Нижний Новгород. И где качельки? И детские площадки, качельки мне подсказывают. Боже, как красиво. Вот представляете, вот в этой вот этой вот штучке эта ключица очень-очень романтичная. Боже, да вы посмотрите, тут еще какие-то лежаки. Это что, город будущего? Нано-город? Вот прекрасно. Это просто супер-супер романтично. Давайте погуляем с вами по Нижнему Новгороду. Блин, очень люблю на самом деле смотреть влоги. Влоги с Кореи. Сейчас я смотрю влоги с Японии. Тоже женщина снимает. Она просто снимает город. Тупо, как она гуляет. Это очень клево. Очень-очень интересно смотреть. Очень много людей. Девчонки, сейчас вам покажу кадр из кофейни. Я зашла туда, девушка, которая работала баристой, смотрела видеоурок Sony Sam корейского языка на ютубе. Собственно, мы поговорили о кей-попе. Это было очень забавно. Я совершенно случайно засняла наш диалог. А вы тоже слушаете кей-поп, как я понимаю? Да, я слушаю кей-поп уже 8 лет. Вау. Началось все с биг-бэнгов. О, да, господи, вот первые песни, которые я... Без каких-то... Да, я не учила участников группы, когда просто погружалась в культуру кей-попа. Биг Бэнг — это просто... Угу. Классика. Но у меня как-то на них все и закончилось. У меня нет никаких новых биасов, поэтому... Это было супер мило, и я не стесняюсь никогда задавать вопросы, спрашивать, мне это интересно. Почему нет? Далее мы отправились в ресторан морепродуктов. Никогда в жизни не пробовала устрицы, ежа, но мне еж очень зашел. Устрицы тоже неплохие, только смотря с каким соусом. По прилету в Питер на следующий день мне стало очень плохо ночью, меня рвало, сори за подробности. И я гадаю, то ли это было от устриц, то ли это было от ежа, то ли это было от сашими из лосося. Но, скорее всего, эта еда не для меня. Так, ну что, девчонки, мы посетили кей-поп-фестиваль. Было очень здорово. И сейчас мы идем на ярмарку, чтобы покататься на воздушном шаре. Собственно, зачем я сюда и приехала. Это никак не получалось. Я спрашивала в группе ВКонтакте на Авито. На Авито меня хотели развести, но мы не развелись. Я никому не скидывала 15 тысяч рублей. Ждем автобус и поедем уже на ярмарку. No, 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같 하루에 열 번 내 맘이 움직여 Короче, мы стояли в очереди на шары, но я решила в последний момент, что я не хочу. 900 рублей, привязанный шар. Вот он, кстати. Я подумала, что зачем тратить деньги? Лучше потратить 10 тысяч, а может, можно даже 15 тысяч на то, чтобы покататься в свободном полете, нежели вот таком вот привязанном. Я подумала, что не получу никакого кайфа.
никакого адреналина не будет, потому что я знаю, что он привязан, это по технике безопасности абсолютно нормально. Поэтому, может быть, в следующем году мне повезет, и я все-таки забронирую заранее полет свободным. Ну ничего, я зато их увидела. Ну а далее мы отправились посмотреть салют со стрелки. Я хочу сказать, что это тоже современное пространство. В Нижнем Новгороде очень много современных пространств для молодежи. Салют так себе, если честно. Комментарии людей, которые там находились, тоже подсказывали нам, что это не самый лучший салют в Нижнем Новгороде. Ну а на следующий день мне уже пришлось поехать в аэропорт. Так что спасибо за прием в Нижний Новгород. Было очень классно. Надеюсь, мы еще раз встретимся. Нет, я не надеюсь, я уверена. Я же родилась здесь. А мой влог подходит к концу, мой первый влог, поэтому, если вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня лайком, обязательно подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новых видео. С вами была Кита, до новых встреч!